Всем привет, дорогие друзья! И кто смотрит меня или попал просто так на мое видео. Так, мы продолжаем играть в Амнезию, и с нами Филипп, как всегда. Так, что же мы тут делали? Я уже забыл. Вспомнил, лифт не работает, и дверь не открывается. Я сказал, что надо найти нам что-то. Ну пойдем в ту комнату, наверх пойдем. Потом. Водичка льется. Пуль. Так, хорошо. Дальше пойдем. О, сундучок. А я его открывал или нет? Нет. Какого фига я его не открыл? 16 рудниц, 8. Масло, так. Не надо мышкой так вертеть. Мне и без тебя страшно. Так, хранилище. Ок. Сундук Герберт в виде такая штуковина в виде часов, либо компаса. Так, что-то тут темновато. Так, что-то там не пишет. Темнота, хранишь, какая-то странная, неестественная. Так, чувак, она бы была неестественной. Неестественной. Алло? Так, ты оттолкни это, посмотри, что там. Так, что-то я не люблю открывать дверь и оставлять ее. Много трудниц. Деталь от дрели. Нахер. Тихо. Зажигай свечи и факел, чтобы восстановить рассудок. Твою мать. Он еще там? Пойдем туда. Твою мать, лучше бы он не вернулся, пожалуйста. Прошу, умоляю. Так, тут какая-то фигня. Клапан заржавел в закрытом положении. Так, деталь от дрели, некоторые сумки можно. Нет, нельзя, чувак. О, прикольно, может его горло так перерезать? Так, не кидайся. Так, тебе, чувак, плохо? Ну зажги свечку, ну зажги. Одну можно. Ну давайте, давай стол. Сик. Чтоб гладко было, ну чё-то. Так, тут нет двери. Тут опять эта хреновина. Так, тут у нас еще три дверки. Так. Ага, что-то тут есть, Ну. Тут есть, нет. Там есть. Нет. Так. Спрятали. Так, там нихера. Ага. Так, тихо, присядь. Только появись, ублюдок, только появись. И отвечай, я тебя закопаю. Так, ничего тут. Так. Ничего, а все-таки есть. Так, открывай. Как сложно ты открываешь. Так, еще одна трудница. Ну тут ничего, так. О, что-то собрал. И у нас последняя дверка. Так, и тут записка. Я приготовил взрывчатку, которая со смесью следует обращать в высшей степени срок. Постарайся объяснить своим слугам, прежде чем действовать сами. Не взрывоопасно, но их следует держать реально. Ок, чувак. Только где это взрывоопасные фиговины, про которые ты говоришь, они тут? Так, зря я зажег свечку. Ой, как зря. Так, что у нас есть? Ручная дрель.
Так, заржавело. Так. Ну, приделать. Проткни там, может, польется. Но там ничего нет. Даже моя проходит. Рука. Так, ты встань. Так, а если это... О, нихера. А можно мне было повертеть? Я тоже хотел. Так, у нас есть баночка. Полупустая склянка. Она наполнена одним из двух компонентов взрывчатки. Одна из двух. Так, я видел тут вторую. Так, ща мы ее проткнем. Протыкайся. И сразу берем баночку. Так, и что у нас получится? Взрывчатка. А гриппы? Нет, нет. Не надо. Пожалуйста, не иди сюда. Не вздумайте сюда, нет. Твою мать, фу, я испугался. Пожалуйста, отпустите. Я никому не скажу, клянусь. Я просто хочу на... Так, там этот чувачок. Ты че с девушкой делаешь, так не открывается? Че ты мне там пишешь? Найди способ... Так, нет. Обломки после обвала перегораживают проход в хранилище. Так, я сделал взрывчатку, на. А, вот, постарайтесь быть подальше от взрывчатки. Не взрывайте взрывчатку, пока не отойдете. Извините. А как? Чем тебя взорвать-то? О! Может, так камни бросить? Нихера, она и правду! Вау! Правду надо было ей чем-то... ударить. Так, тут этого чувачка нету. А то он сюда шел. Скляночка. Хуяночка. Ну что спрятали по любасу? Ну, не умеют они прятать. Так, че опять? Опять про девушку. Зачем вы это делаете? Отпустите меня! Чувак, отпусти ее. Задолбал. Я нужен тебе. Ну иди сюда, давай, убей меня. Чё-то какой-то женщина пристал. Так. Тут груда мяска. Давайте ее порежем. О, видели? Я резал. Так. И след остался от этого, останется, не? На. Так. Тут ничего, кроме груда мяса. Свининки. Так, блюбасу спрятано тут. Но не может так куча быть. Бочек. Это доказано. Так, мы уже сейчас много потратим. Тут и так светло. Один нахер. Чё спрятали? Так, пойдем сюда. Твою мать! Почему меня не предупредили? Твою мать! Сука. Так, это опять твоя иллюзия или это он? Так. Он закрыл дверь, идет сюда. Твою мать, что он делает? Иди нахер отсюда. Детали. Да плевать, что детали. Там никер идет сюда. Кто тут?
Мне очень страшно, потому что он только что был тут. Алло? Никого нет. Но я слышу все-таки еще плач девушки. Понимаешь, где-то близко они. Да убери ты этот ковер сраный. Да хватай ты, наконец, хоть. Так, чувак тут прятал только трудницы, но захер надо было сюда идти. Так, шум накаляется, накаляется. Тихо. Не разбивайте так. Вдруг он услышит, сейчас тебя прям убьет. Так, ничего нету. Опять говорю, когда ничего нету, все-таки есть. Так, что-то мне как-то с икона туда идти. Что случилось? Все, он ее не оставил живых, он ее перерезал. Твою мать. Твою ж мать, твою мать, почему мою башку вертят? Блин. Она сама зажглась. Так. Так, ее можно тронуть. Ауч. Понял, ее трогать нельзя. Да тот шум меня бесит. Вот этот. Поход кого-то вот сейчас идет. Так. Бля, у всех трех стражей в кабинете есть один запасной. Твою мать. Зырьте, Нига. Куда шел? Иди сюда. Сюда иди. Ты напрашиваешься, да? Так, я считаю, мне все проверил. Ну, конечно, вот что-то забыл. Ну, иди сюда, ты. Ник. Я пошутил. Это только шутка. Я пошутил, можешь возвращаться? Не смотри на врагов слишком долго, это плохо скажется на твоем рассудке. Я понял. Только ты можешь тише. Я не смотрю. Так. Вот значит, куда он ушел, только где он успел этот Нига спрятаться. Да не зырькую я на него. Так, я тут заметил масло. Берись. Где ты? Только не говори, ты сейчас тут пройдешь. Беги, твою мать, беги. Не оборачивайся назад. Только беги. Какого хрена? Твою мать, он еще оттуда идет. Это как сказать? Можно спрятаться. Тихо. Тихо.
Да, валяйся, молодец. Так, этот чувак даже не пытается уйти, я так полагаю, да? Чё ты там чешешься? Пошёл вон. Далёкие края. Пожалуйста, уйди отсюда. Мне уже плохие, это тебя прям по-чёрному. Даже мне плохо стало. Тихо. Включай свет, включай. Тебе это поможет, включай. Так, мы нашли два механизма. Это пока крутяк. Воу, нас шатает, ёлки-палки. Я только этот... Он вылез из кровати и выглянул в окно, было темно, он подождал, он взглянул часы, подождал очень много и посрал. Так, тихонько. Не забудьте сумку, да не. Не забуду, Герберт. Вроде бы пустяк, зонтик от солнца, но в пустыне без него долго не протянешь. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым, уверяю вас. Да. В чем прикол? Лучше быть смешным, чем мертвым. Так. Это что за хреновина? Чувак, ты че на ноги? Эй, дай, это мои ноги. Чувак, отойди от них. Так, я лучше тут закончу, потому что мы прошли эту комнату очень долго. Очень комната, очень страшная, блин, лучше закрыть ее. Сразу два этих нигра ходят. Ладно, всем пока, с вами был Филипп. И мы играли в Амнезию. А да, это было очень страшно. И очень страшно. Всем пока.